Знаете, при какой температуре плавится пластилин? Не знаете? Не беда. Вот и я не знаю. Но однажды расплавленный пластилин был замешан и имел место в одних событиях давно минувших дней. Настолько давно это было, так давно, что порой диву даюсь, как запомнилось. Как сохранилось, 40 с лишним лет пробежало, а я этот случай с расплавленным пластилином как вчера помню. Там тогда многое перемешалось. Наказание, характер, озорство, вина, обида, вода, жара и он. Расплавленный пластилин. Я его вроде пластилин собрать в кучу пытаюсь, а он к рукам прилипает. Полный абзац, короче. Радость и восторг еще 10 минут назад сменились унынием, обидой и, как вы уже догадались, самая отвратительная лепка в моей жизни. Не стоит лукавить, а если сказать открыто, пластилин я с тех пор обхожу стороной. Интересным остается тот факт, что мой родной брат Евгений, наоборот, имел с детских лет к пластилину, несомненно, правильный подход. Лепка моего брата была шедевральна. Я бы даже сказал, штучная работа. Звери, деревья, дома, машины. Казалось, он может вылепить все. И сейчас, глядя на то время, его уникальный талант, несомненно, хорошее скульптурное видение, можно сказать, если бы у него был объем пластилина с размером нашу планету, он бы слепил бы и планету. В тот злополучный летний день ничего не предвещало случившегося впоследствии, а именно удручающего фиаско, постигшее меня и моих друзей по несчастью. Была ли это всецело моя вина? Заводил и предводителя летучего эскадрона старшей группы, инициатора всех авантюр и солиста музыкальных утренников. Наверное, была. Я подбил троих ребят, самых верных и преданных моих сценариями всяких игрищ и развлечений, на купание в бассейне нашего детского сада. Вся интрига была в том, что на 10 минут раньше всей группы оказаться в очень жаркий день в приятной воде детского бассейна. Первые шаги тщательно разработанного плана прошли как нельзя лучше, но уже на 10-й минуте суровый взгляд Эльвиры Эдуардовны, нашего воспитателя, заставил нас покинуть водную стихию и припроводиться в душную, непродуваемую, с нагретым теплым воздухом веранду под замок. Четверо шестилетних друзей жестко поплатились за свое поведение. Даже здесь, в наглухо застекленной веранде, слышали звуки радости, смеха, визга и восторга наших одногруппников, которые купались в бассейне, и это было самым невыносимым испытанием тех минут. Не найдя ничего лучшего, я взял в руки пластилин. Вот уже 5 минут я с тоской и грустью, обидой на весь белый свет пытался что-нибудь вылепить из полужидкой массы, лишь самую малость, отдаленно напоминающую пластилин. Друзья приуныли. «А давай баррикаду строить!» Вдруг неожиданно для самого себя выдал я своим друзьям. «Какую бардикару?» Подал голос Коля Риферт. «Не бардикару, а баррикаду. Как про мальчиша, кибальчиша. Это который с буржуинами воевал?» Он. «Давай», согласились пацаны. «Там вдали за рекой засверкали огни». Запел я песню, и мы с радостью понеслись строить баррикады. Летом того года ваш покорный слуга успел поучаствовать в одной театральной постановке в роли простого мальчиша. Роль так себе, массовочная. А вот мой брат получил роль брата мальчиша-кибальчиша. Помните, уходят отцы, уходят братья, ну и уходит... Привет главному герою, как говорится. Был грандиозный аншлаг. Родители, бабушки, дедушки, просто знакомые, аплодисменты, цветы режиссеру. Были построены целые декорации в виде баррикад, пошиты костюмы и заучен текст. Когда умирал главный герой, в зале плакали. Эх, как я завидовал Генке,
исполнителю главной роли. Баррикада была готова. В ход пошло все, что могло поднять четыре опьяненных духотой и оставленные без присмотра посетителей детского сада. Увлеченным строительными работами мы не заметили появления Эльвиры Эдуардовны. «Вы свободны». Окаменелось сознание, действие, примерно так можно описать последующие события. «В бассейн! Побежали, пацаны!» Только мы успели выскочить из помещения, как сзади нас послышался грохот, рухнула баррикада. Не останавливаясь бежать, я в полоборота посмотрел на испуганные глаза нашей воспитательницы, не предвещавшие нам ничего хорошего. И насколько хватило сил, мы пулей полетели в направлении живительной влаги бассейна детского сада. 1979 год.